Привет. Сегодня суббота у нас. Суббота. Вчера дождичек. Опять сегодня марит. Наверное, будет у нас опять за тридцаточку. Ну, а так как у меня все пострижено, дождичек все полил, сегодня мы будем коптить сало. А вечерком, наверное, что-нибудь приготовим на мангале. А особенно хочу сегодня попробовать сделать гречку в казане. Есть один интересный рецептик. Смотрите, все увидите. Так вот у нас все. Полил вчера дождичек. И травка сразу опять маханула. Смотрите, что с тентом произошло. Второй сезон, а ему трындец. Поэтому крышу будем делать железную в следующем году. Пластик тоже не вариант на крышу, уже пробовали. Навес был у меня. Все развалилось. Так, здравствуйте. Ну, еще у нас вот такая вот щепа ореховая, на которой мы будем коптить наши сальцы. Но для начала сейчас все приготовим. Принесу коптилку, все подготовлю и включусь. Такая конструкция. Такой средненький бачок, алюминиевый, там печка, щепочница такая самодельная и толстая сковородка, а в нее уже будем нашу щепу, предварительно замочив. И ведро с чистой водичкой. Питает себя, сколько ей необходимо. Ну и все. А теперь мы распределяем. Не можно зажигать. Так, все сало у нас. Вон она.
дровишки есть. Разжигаем. Что ж, наша сало уже почти готова. Там немножко горит. Огонек. Сальцо у нас уже такого золотистого цвета. Ну а пока между делом подготовил казанчик для гречки. Вот. И те, кто говорит, что казаны мыть не надо, я не знаю, какие вкусовые предпочтения он имеет. Даже если готовить только плов, и то раз в год его нужно отмывать. Я уж не говорю о том, что если вы будете готовить разные блюда, тем более масло, оно горит и, соответственно, приобретает отвратительные блюда вкус последующие все. Поэтому, по крайней мере, я его мою. А вы уж как хотите сами. Все у нас дым кончился. Давайте-ка снимем все это дело. Такая вот у нас получилась копченость. Так, ну как обычно, сейчас мы снимем пробу. Завернем в бумагу,
и чуть-чуть она подстынет в холодильничек. Вот такое вот сало. Пробуем. Пойду угощать девчонок. Смотрим, не переключаемся на канал, подписываемся, лайк, комментарий. Пока-пока.